Потерь в вооруженных силах России нет. Что случилось? Почему все это происходит? Ответ очевиден. Остров Змеиный, который административно входит в состав Одесской области, становится такой, знаете, морской Чернобаевкой для врага. Ночью сегодня был уничтожен вражеский вертолет с десантом на борту. Накануне два катера, один малый десантный корабль и еще один катер типа «Раптор» был поврежден. То есть вот такие достижения. Плюс две вражеских ракеты сегодня ночью были уничтожены, которые летели в сторону Одессы и нашей области. Что касается событий вчера, да и вообще ситуации в целом, у нас сигналы воздушной тревоги практически уже вторые сутки не прекращаются. Есть объявление такой тревоги, соответственно, отбой, короткий промежуток времени. И вот сейчас, наверное, редкая минута, когда такой сигнал воздушной тревоги не звучит. Действительно, накануне с утра 4 ракеты прилетели в Одесскую область. Было повреждение объекта инфраструктуры. Слава богу, тоже обошлось без жертв, как и в случае с нашим городом, когда 4 ракеты прилетели именно в жилой, я подчеркиваю, в жилой район, о чем Министерство на болотах, так называемое Министерство обороны, так называемой Российской Федерации, отчиталось о том, что уничтожало и уничтожило ангары с военной техникой. Они уничтожили действительно производство, мебельное производство по счастливой просто случайности. Бог все-таки действительно носит форму пиксель, форму вооруженных сил Украины. Никто не пострадал, и пусть это будет самое большое горе для нас, когда повылетали стекла. Мы все восстановим, все сделаем. И две ракеты, то есть всего было 6 прилетов, две ракеты действительно попали в взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта, ту полосу, которая несколько лет ее строили, но, к сожалению, враг пришел, разрушил, она уже была не готова, непригодна к эксплуатации. Надеемся, сегодня будет без прилетов, хотя хочу подчеркнуть, и говорим об этом все время, что особенно в эти дни, да и вообще, мы находимся в зоне постоянного риска, в зоне постоянной большой вероятности, очень большой вероятности нанесения ракетных ударов по городу и по Одесскому региону. Сегодня речь идет и о акватории Черного моря, то есть корабли российского флота, Черноморского флота несут на борту крылатые ракеты. Тоже говорим о комплексах «Бастион» ракеты «Оникс» противокорабельные, те, которыми в свое время бомбили в Сирию. Они находятся на территории временно оккупированного Крыма. Ну и, соответственно, как и вчера, нанесли удары с помощью стратегической авиации, которая стреляет со стороны Каспийского направления. Кстати, Сергей Борисович, есть информация о том, что ночью подразделение воздушного командования «Південь», да, которое это юг, выявили, обнаружили и уничтожили две крылатые ракеты типа «Х», которые были выпущены по Одессе. Правда, говорят, что с направления Черного моря. Если не ошибаюсь, то ракеты типа «Х» — это же воздух-поверхность, да, то есть это авиация. Это очень дорогие ракеты, то есть еще минус определенная копеечка Россия потеряла. Я уже не говорю про те катера, которые уничтожены, так же, как и в предыдущие дни были уничтожены два беспилотника, мы об этом говорили, типа «Форпост», там стоимость от 7 до 8 миллионов долларов, плюс комплектующие приходили из других стран мира, то есть «Форпост» для России — это не украинский «Форпост» у нас. Если «Форпост», так это как минимум Николаев, Одесса, другие наши города, которые стоит обороняться. С Россией в этом плане ничего не выходит. Да, две ракеты уничтожены. Еще раз скажу, наши силы противовоздушной обороны просто молодцы. И огромное спасибо отдельное нашим службам безопасности Украины за то, что очень хорошо вчера отработали, когда недоблогеры, мы их так называем, стали снимать и выкладывать в социальные сети моменты прилета и то, что там произошло после разрушений. Молодцы, просто хорошо отработали, предупреждали, что будет так, так и получилось. Несколько человек уже давали и показания, и объясняли одесситам прежде всего, а это главное.
почему они так сделали. Надеюсь, другие так не поступили. Смотрели это видео, честно говоря, до сих пор сложно поверить, что на 74-й день войны до сих пор люди не понимают, что выкладывать подобные материалы не надо. Пожалуйста, обратите на это внимание все зрители, не стоит повторять ошибок. Сергей, мы с вами говорили о возможных провокациях в эти дни празднований в Одессе. Были несколькими днями ранее задержаны подозрительные лица, которые могут быть участниками ДРГ. И вот с сегодняшнего дня по утро 10 мая в Одессе затяжной комендантский час. Как обстановка, скажите? Все-таки вот эти меры предосторожности, они себя оправдывают? Есть люди, которые готовы заниматься какими-то провокациями? Находили ли новые, возможно, угрозы? К сожалению, конечно, мы допускаем, что такие люди еще остались на свободе. Надеюсь, недолго. Вот 2 мая тоже был такой режим затяжного комендантского часа. Были задержаны более 10 человек. Еще некоторые с ними проводятся оперативно-следственные действия, дают показания. Так вот, те 12 человек, которые были задержаны, являются участниками диверсионно-разведывательной группы. То же самое мы надеемся, вот в ближайшее время сможем отчитаться с помощью наших спецслужб о том, что тоже есть определенные результаты. Все прекрасно понимаем, что возможны провокации, но я должен сказать, что одесситы, вот знаете, как принято, это общественное мнение, да? Общественное мнение говорит о том, что все абсолютно верно, одесситы все понимают и поддерживают такие решения, даже говорят о том, что надо делать более длинный этот комендантский час. Ну, исходим из того, что экономика должна работать, силы обороны должны получать соответствующую подпитку, так же, как и город должен жить, область должна трудиться. У нас много работы сегодня. Это оборона, это изгнание врага с нашей территории. Ну, и потом будем уже говорить о том, что надо возрождать страну.